я связан этой судьбой. Неважно, насколько я избегаю смерти, следующая смерть ждет меня. В первый раз на обрыве, затем в Осаке, а затем короткое путешествие. Зачем я говорю тебе? Ты идешь против ветра и доказываешь это. Ты даже не знаешь, как им пользоваться. Хорошо, держи его правильно, обеими руками. Подними его еще раз. Еще раз. Я знаю, что это такое. Я моряк. Я не понимаю меча в одной руке. Не знаю, о чем говорит штурмер. Ты разговариваешь со мной? Подними его быстро. Что ты собираешься делать?